Ну ладно, попробуем. Сохранимся сначала. Отлично. Так, ну я сначала наверх сразу. Посмотрю, что там. Хотя, судя по всему, надо вниз, а сразу вниз пошли. О, даже не зря полез. Стимулятор, пулемет. Только вот хороший логический вопрос. Кто оставит тут наверху пулемет? Как-то в голову не приходит. Разумные мысли, кто-то мог оставить это. Не, ну сами посмотрите, эта штука весит. Да хрена и больше. Туда этот пулемет еще затащить надо. Не каждый взрослый мужик его тащить сможет. А тут по лестнице надо. Ну ладно. Так, а что у меня с боеприпасами так пулемету? О, ништяк, 718. Так, тут ничего. Да тут всех уже прибили, в принципе, что я удивляюсь. Так, так, так. Медсестра? Здравствуйте. Добрый день. Да, в первый раз я тут шуганулся, конечно. Что-то там темно. А, ну ладно, зайду, посмотрю. Да, первый раз я шуганулся, тут, конечно, по полной. Причем печатает. Снимки чьей-то задницы, что ли? А, какого? Чем вообще от меня надо? Ну ладно. Поиграем в догонялки. Раз уж ты захотел. Ну я тебя точно догоню. Куда побежал, а? Куда побежал? Вот дерьмо. Окей. Туда я, пожалуй, не пойду. Так, туда тоже не надо. Да блин, а. Не, издеваются. Опять грёбаная вентиляция. Че, там живой еще, что ли? А ладно. Сколько же вентиляции можно, а? За всю игру уже не помню, сколько раз вентиляции лазил. Даже за счета сбился. А, ну вот, собственно, его останки. Что-то фонарь, конечно, удачно сел. Так, пусть подзарядится, не хочу тут. Ладно, идем дальше. Ножка, ручка этого чувака, которого тут прибили. Так, это, я не знаю, мне сюда. Или не? Скорее всего, не. Так что давайте подальше пойдем. Да блин, гребаный фонарик, а? Наверное, сюда. Ага, точно. Удачно. Чё-то не нравится мне это. Чё это за фигня была, а? Он делает снимки своей задницы, что ли? Ну, судя по снимку, да. Так у него... еще один гад. Я вас ненавижу, ребят. Чего вам от меня надо? Ах ты! Скотина, а! Так и знал, сейчас появишься. Блин, сейчас звуки ужас неприятные стоят. Так, где мой пулемет? Хотя нет, пулемет оставлю. Да дохни ты! Да вы охренели, что ли, в конец? Рукопашку решили добить меня. Обалзели. Чё-то у меня патроны к этой хрени кончаются.
Еще где-то один сейчас стал. Аптечка, отлично. Надо валить отсюда нафиг. Нафиг, нафиг. Это дева нафиг. Даже дверь закрою за собой. Так, тут ничем. Где поход-то? А, вот он. Долго мне тут еще бродить вообще, чуть не пойму. Я, конечно, понимаю, финал надо сделать все красиво, но... Мне уже малость надоело. Тут бродить. Мины, которые нам нафиг не нужны. Так, ладно, наконец-то хоть кайду какой-то светлый. Вообще бы этот автомат пулемет сменить бы на что-нибудь. Только не на что, к сожалению. Ух, его. Тут он на лифте уехал. Так, ладно, идем дальше. Чё, длинный коридор, что скажешь? Тут явно ничего. Ну ладно, поверю, туалет. Заперто. Кто ж тапочки, блин, в больнице запирает, а? Тоже заперто. Хреновый признак, конечно, ну да ладно. Да офигели! Блин, кто бы тут дал велосипед, что ли? Побыстрее было бы. Так, ладно. Дайте угадаю, а она за спиной? Ну точно. Уже все наизусть знаю. Чувак. Тебе что от меня надо? Да, и дверь заперта уже. Зашибись. Кто ж дверь за мной закрывает-то, а? Чё-то. Сейчас, похоже, эти невидимые говнюки будут, если я не путаю. Ладно, давайте, что ли, тогда на этот пулемет. Ну да, наверное, скорее всего, пулеметом придется воспользоваться. Потому что, что там у нас еще? Снайперку я, наверное, для финала придержу. Там она больше пригодится, потому что там лучше дистанцию будет держать. Так что да, наверное, пулемет. Ладно, не будем тянуть. Идем в бой, как говорится, сразу. Зашибись, тут еще света нет. Ну идите сюда, идите. Ну да, тут без шансов. Это однозначно. Причем без шансов, это вообще в прямом смысле. Хоть в такой пушке хрен чего противопоставишь. Они тем более в рукопашку идут. Мне это только на руку, за ними бегать не надо. Так, похоже туда. Надеюсь, всех этих невидимых перебил. Вроде... Нет, видно не всех. Да, плохая идея была выпрыгнуть передо мной, конечно. Чувак явно очень удивился. Увидев перед собой другого чувака с пулеметом. Так, ну долго тут еще шастать-то, а? Я вообще больницы не очень люблю. В играх особенно. О, отлично, боеприпасы. То, что надо ща. Прям то, что надо, вот реально. И зарядимся. Так, ну... Даже не знаю. Не, пулеметик я, пожалуй, оставлю еще. Так. Да опять ты. Да как ты меня достал-то тут?
чувствую... Блин. Вроде все. Так, похоже, придется автоматику сменить. Но вот этот автомат горит. Да, конечно, у него бонус поменьше, но... К нему патронов тут больше. Чем к тому. А патроны сейчас лишними не будут. Запер-то, зашибись. Так, я не назад сучу пивнусь, а? Вот, блин, а. Пулемет против пулемета выходит, что ли, да? Гранату ложить! Противник! Так, ну я к нему идти покажу. Не буду. Чё-то гранатами тут еще кидаются. Да, точняк, пулемет против пулемета. Гранатами бага его хорошо зацепил. Да, бага больше часть здоровья гранатами снял. Ну все похоже. Так, немножко за аптечкой. Да, лучше подлечиться, пожалуй. Где они тут? Да, лишним не будет. Только что все еще музыка играет? Я думал, я всех прибил. Амазон все еще играет. Может, не всех? Ну-ка. Да не, вроде всех. Вау! Столько оружия, не на кого потратить. Вот обидно, а. Гвоздомет. А, ну давайте гвоздомет. Уже, в принципе, пофигу с чем. Что-то вот сигану, мне кажется, я зря. Да сколько у вас тут? Че, еще один? Не, ну офигели. Че-то мне назад за аптечками, что ли, идти? Ну да, похоже, за аптечками назад идти. Ну ладно, делать нифига. Блин, там еще один живой. Да че ж вы тут так много, а? То тишина голубовая, то лезть, я хрен пойму откуда. Чёрт, еще один. Вон там. Где вон там? А, так ты там сидишь. Он положил весь отряд. Да еще один, сколько у вас свиная. Не, ну это пипец, реально. Ваша же мать, сколько вас тут много. Пойду опять за птичками. Так, где они тут? Вот одна там, вроде бы еще одна должна быть. Ага, точно. Да, зато аптечек по полной, здоровье на максимуме. Подумаешь, назад вернулся. Сейчас главное аптечками запастись. Это очень пригодится. Еще так, куда я шел-то? А, сюда. Какого фига дверь закрылась? Комната ожидания. Дайте угадаю, меня там кто-нибудь ожидает? Явно очень хороший. Блин, что за там...
За. А он откуда взялся? Ё. Чё, чё-то там мазнул как-то непонятно. Надо сохраниться. Чё-то мазил, я чуть не понял. Как-то игра подвисла нафиг. И уже этот бронированный говнюк откуда-то вышел. Так а чё я беспокоюсь, у меня пулемет есть. Иди сюда, к папе. Сейчас я повыселюсь над тобой. Ну это да. Ноль шансов. Чё, ещё один? Да вы чё? Ну ладно, без проблем. Патронов, надеюсь, на всех хватит. И все. Отдай свой гузномет. А, никто не вышел? Блин, а. Да сколько можно, а? Уже реально надоело. Не, ну это жесть. Какого? Я что-то не понял, это что было? Она что, сама автоматически стреляла, что ли? Охренеть. Блин, вот галюки, а. Ладно. Попытка номер два. Иди сюда, иди сюда. Вот так, еще один. Я-то хотел боеприпасы с него взять. На пулемет. А он нафиг сволочь. У него какой пулемет, так оказывается, волшебный. На-ка еще один. И еще одну. Так, теперь иди ко мне. На этот стол не стреляет хотя бы. Да, вроде не. Блин, надо же такой глюк, блин. Пипец. Такой жизни давно не видел. Окей. Отступаем! Кто-нибудь, помогите! Не-не-не, я не помогу, я просто постою, посмотрю. Что за черт? Пусть-ка они кого-нибудь там перебьют уже, а я потом. Что-то мне кажется, кого-нибудь сейчас перебьют. Так, давайте-ка ему поможем. А потом его убьем. Сколько ж вас тут, а? Так, вот и все. Ну, по крайней мере, я так думаю. Не туда, что ли? Ага, точно туда. Чё? А, ну ладно. Ну а каким фигом на камере Альму видно, а там нет? Она там стоит прям в углу, посмотрите. Вон там. Офигеть. Так, там я ничего не оставил. Да вот не. Что ж, ладно, идем к мамочке, как говорится. В каком углу она тут стояла? В этом или в этом? А где тут камера, собственно? Интересно, она тут до сих пор стоит?
Ну-ка, я со стека камеру увижу, там точняка. А, до сих пор там стоит. Ну ладно. Делать нифига. Так, нафиг от угла лучше. А где музыка в лифте? Че без музыки? Обычно музон играет. Ну как обычно, без говна не обошлось. Ну, скоростной лифт, чего уж поделаешь. Сердце тьмы. Да, собственно, вот и финал, по сути. Сейчас будет очень страшно. Да. Мне уже не по себе. Так, ну тут наверх. Тянуть не будем. Сразу лезем сюда. Собственно, вот на финал, по сути, приближается. Хотя это не совсем финал еще. Потом будет финальный эпизод с финальной битвой, но... А вот и маленькая Эльма. Ну да, я думаю, вы все поняли, что Альма как бы две сущности. Ну не две сущности, два типа, ну даже не знаю, как это сказать. Ну, короче, от этого все мозги набекали идут, если честно. Одна Альма маленькая, 7 или сколько там лет было. А другая более взрослая. Там уже сколько, 13-14 лет. Да дохни. Скотина, а. Да, сейчас по сути током никого не будет. Ну, конечно, не то, чтобы уж вообще никого. Но больше будет пытаться запугать. Что, кстати, весьма неплохо удается. Так, там заперто. Опять в каких-то, блин, подвалах. Или что-то типа того. Тьфу, подвалах, блин, просто это душ. Они через сразу мысли на подвал пошли. А, мог, похоже, да. Ненавижу моги. Так, вот сюда. Как это место не люблю, а? Привет. Опять они, что ли? А, точно. Да я вниз не хочу, вы чё? И долго мне падать? Уё. Высоко. А, вот и низ, похоже. Помедленнее, помедленнее, я уже ошибусь, снимаю. И опять в ковище. Ну ладно. Весело, согласитесь. Веселье так и поет. Гвоздомин, кстати, неплохо против вот этих поведений действует. Как бы один выстрел, один трупак. Хотя трупаки они не оставляют. Ну, думаю, вы суть поняли. Чё за... Я тебя жду. А, может, не стоит? Да, вот видите, один выстрел, один готов. Весьма неплохая пушка против них. Пистолет тоже, в принципе, неплохо, только у нас пистолета нету. Потому что он говно полное. И против них, точнее, против больше некого, кроме как никак них пистолета использовать. Привет. Ну тут, собственно, все, кто погибли в прошлой части в дополнении. А, ну да.
Вот та девка с прошлой части. Нет, туда я не пойду. Идите нафиг. Хотя мне надо все-таки зайти. Вам показать этот момент. Весьма неплохо. Смотрится этот момент. Опасаться, как бы говоря, отдает. Ну да, стены сдвигаются на нас. Собственно, пытаются так напугать. Весьма неплохо, кстати, выходит напугать. Я в прошлый раз тут писал, когда походил. Точнее, первый раз. Думал, хана. И так просто запугивают. Долго еще тут, блин, бродить, я уже не помню. Просто ненавижу это место. О, среди альмы. Мне не то, что сейчас страшно, но... Просто не по себе от этого места. Привет. Собственно, да, маленькая альма и взрослая альма. Ну, не взрослая, а альма уже такая. Лет 13-14. Соединяться в одну альму. Ну это я уже так фигурально выражаясь, перевел все. Да, это, то есть они воссоединились, грубо говоря. Две сущности, помимо так это можно перевести. Ну это я фигурально так все, грубо говоря, в грубой форме объяснил. Он жив, я только что поймал сигнал. О, ну наконец-то! Ты меня слышишь? Заберись повыше, вертолет уже здесь. Да бегу, бегу. Ну это я так грубо все объяснил, все. Примерно, скажем так. Стимулятор откуда взялся. Так, ладно, ну пора выбираться отсюда. Правда, сразу, хотя не буду говорить. А то выйдет спойлер нафиг. Еще птичка, ну у нас по максимуму. А, отлично, лифт работает. Валим нафиг. Собственно, да, вот он и финал. Так, две аптечки. Так, что бы сейчас взять? Сейчас резня будет та еще. Давайте, наверное, снайперскую винтовку для начала, что ли. Или сразу пулемет. Даже не знаю. А, давайте снайперскую винтовку пока. Да, собственно, как вы видите, уже рассвет. Знаешь... Теперь знаешь. Чё, сейчас весело будет? Вот блин, а. Так, надо бы эти туалеты оставить. Да, они неплохо так помогут. Ну иди, давай. Ну иди, сходи. Это ж мои турели, говнюк, а. Они стоят, знаешь, сколько? Так, заменим нафиг. На ажу не лезем. Quick save. Так, пока снайперской попользуюсь. Надо держать дистанцию. Да, дистанция сейчас нужна. Так, он труп. А, не, пусто глушил. Так, вот теперь готов. Чёрт, еще один. Да куда ты бежишь? Стой на месте, дай убить я.
добрый, я ничего не скажу. Стой на месте, да убить тебя. Еще один. Ну, еще бронированный засранец. Да, веселуха только начала. Пулемет. Так, нафиг, на пулемет. Дохни давай, блин. Фу. Так, аптечки, аптечки, аптечки. Ага, вижу, только мне от этого не легче, мне еще до него добраться надо. Так, ну на аптечке, думаю, хватит 6 штук. Quick save. Хотя не, вон еще одна возьму. А, тут еще. Ну, сколько их тут? Пожалуй, возьму все. Блин, тут еще туэли лежали, а я не заметил. Могли бы жизнь облегчить очень. Так откуда там стреляет вообще? А, там говнюк с пулеметом. Что ж, надо добить его. Один на один, гад, да? Иди сюда. Я сам окручу. Можешь спасибо не говорить. Говорит, птичка, высадка окончена. Что ж, валим, как говорится. Так, вот и все, собственно, финал. Весьма отстойный, надо сказать. Зарывая свои грехи в землю, люди сеют семена собственной гибели. Но она не будет забыта. Я этого не допущу. Они умрут. Все умрут. Идет война, я вижу пламя, охватившее землю, трупы на улицах, пепел сгоревших городов, расплата. Так, ну вот, собственно, и все. Дополнение пройдено, первое официальное дополнение. Все, наверное, думают, почему такой говёный конец, но, собственно, это не конец говного героя. Я когда это дополнение пива спрошу, я тоже думал, что такой тупой конец, почему? Ну, на самом деле, я вас обаду, наш главный герой жив. Продолжение истории нашего главного героя, точнее, Пойнтмена, будет уже в третьей части эфира. То есть, да, вторая часть, для тех, кто не понял, в ней вообще абсолютно история другого героя, как и к DLC ко второй части. Ну, собственно, как и дополнение к первой части, второе дополнение, точнее, проект Persei Persos Mandate. Там тоже совсем другая история по другого героя. Собственно, как раз сейчас по дополнениям. По идее, следующий я должен в этой серии пройти дополнение. Проект Persei, он же Persos Mandate. Ну, оно, честно скажу, весьма... Ну, не то что весьма, но местами очень скучноватое. Сделано по большей части было для наваривания бабла. Да и уже совсем другой студии, это весьма большой минус. Так что я не уверен, будет ли вам интересно его смотреть, но... Да ладно, потом об этом подумаем. Что же будет дальше? Ну, дальше, сразу говоря, будет не Фил, а кое-что другое. И вообще, пока хочу сосредоточиться на тех играх, модах, которые я еще вообще ни разу в жизни даже не проходил. Думаю, такие вещи будет намного интереснее вам смотреть. Да и самому хочется просто поиграть что-то, в что я еще не играл. А всю серию Фил я уже проходил полностью. Как и в целом остальные игры, которые у меня есть в планах. Так что да.
В ближайшее время будет кое-что новенькое, то, что я не походил. Что именно, я думаю, вы узнаете в ближайшее время. Ну, а пока, собственно, наверное, все уже. Кому интересно, досматривайте титры. Вроде там ничего такого в конце не будет, никакой поставки. Хотя в конце первой части похождения, то не в первой части, а в конце первого фила, там после титров есть небольшая пасхалка. Ну не пасхалка, а отсылка, скажем, к следующей части, продолжению, так скажем. Тут же вроде такого нету, насколько я помню. Да, вроде нету, ну да ладно. В общем, кому надо, досматривать титры. А я с вами на этот момент прощаюсь. Спасибо всем, кто смотрел. И до новых встреч.